Приветствую вас, друзья. Данный конкретный ролик с гипотетическим персонажем и с натуральным сотрудником Финколлектор демонстрирует их беспомощность. Ну а что, если действительно такая ситуация, и их вот эта вот непоколебимая уверенность в своей силе, а вот такая ситуация, неужели она не может быть, что человек вот с таким настроем, с такой жизненной позицией, с такой семьей, ну что вы делать будете? Денег-то вы ему вроде как дали. И вот подумай сама, я сейчас обращаюсь к этой коллекторше-идиотке, что в этом случае делать, кроме того, что ты вот, конечно, после телефонного звонка там побежала пот смывать с лица и откуда-то там еще следы того, что тебя рвануло со всех мест. Давайте, друзья, послушаем, посмеемся. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Финколлектор. Это мини в интерес Фонтука. Быстрые деньги до судебное дело. Меня зовут Адамяна Анжелика Александровна. Обращаю ваше внимание, что ведется запись нашего с вами разговора. Анжелика Александровна. Адам Николаевич, это вы? Анжелика вас зовут, да? Александровна. Анжелика Александровна. Анжелика. Хорошее, красивое имя. Павел Николаевич, это вы? Да. Можете Паша просто. Хорошо. Павел Николаевич, ваш долг кто будет сегодня возвращать? Я не знаю. 10 184 рубля 44 копейки. Кто обеспечивает сегодня по вашему договору займа? Анжелика, ну, наверное, никто. Вы так с такой уверенностью, что кто-то должен это обеспечивать, что ли? Вы что? Павел Николаевич. А Паша, можно Паша, просто Паша. Павел Николаевич, вам... Ну, как угодно вам. Помогает в жизни, в разрешении всей сложившейся ситуации? Что еще раз? Давайте не будем многосложными фразами, четко, конкретно. Деньги, Павел Николаевич, удерживаете? На каком основании? Как удерживаю? Нет, у меня нечего удерживать. Если бы мне кто-то их подкинул, то можно было бы применять это вот, этот термин, словосочетание «удерживаете деньги». А так точно. Павел Николаевич, на чем же деньги вы находитесь? Вас мама до сих пор, может быть, содержит? Не, у меня, я вам скажу, Анжелика, ну я бы, знаете, я есть такое Анжелика слово, Дон Жуан, я за счет женщин живу. Меня женщины очень любят. Как не проснешься, что-нибудь постоянно. Это ваша государственная регистрация по улице Ленина. Женщина проживает? Ну там у нас там, знаете, очень много женщин постоянно. А зачем вы спрашиваете, подъехать хотите? Анжела, подъезжай, давай, подъезжай, не пожалеешь. Перед мамой своей, извинись, что в некотором смысле этого слова оценили ее спокойствие. О, зачем такими сложными фразами? Ты же не такая умная, как хочешь показаться. Если бы ты была умная, ты бы не работала в там этом... Твои доводы, Павел Николаевич, оставьте при себе. Почему? Ну ты же не звонишь. Вам смешно, Павел Николаевич. А затем, когда, возможно, ваша мама будет вынуждена вам перезванивать и уточнить информацию... У меня мама, знаешь, какая темперамент? Павел Николаевич. Смеяться уже не придется. Требование компании сегодня до 18:00 вернет долг в добровольном порядке. За следующую компанию будет ждать. Подъедешь, Анжела, подъедешь? Павел Николаевич. Я тебе отдам эти деньги лично. Находитесь, Павел подъедешь. Николаевич. Анжела. Возможно, Павел Николаевич будет вынужден уже сегодня. Паша, можно Павлик? На 48 часов до выяснения обстоятельств. Только мать сразу предупредить, чтобы она не звонила нам. Да мама у меня постоянно выпившая ходит, ей все равно. Что вместо вас будет... Она постоянно на коньяке. Павел Николаевич, я вам могу только пожелать удачи. Спасибо. Подъедешь? Предупредите свое ближайшее окружение. Ты уже говорила 50 раз. Возможно, 48 часов. Всего доброго, до свидания. 48 часов. Вот. Знаете, попытка безграмотного человека показаться умным. А сейчас голос вот этот вот, изо всех сил попытка очередная, точно так же, как попытка показаться умным, попытка выглядеть такой независимой. В голосе, через нос, вот это вот гнусявом голосе было это, ну вот просто очевидно, это все кричало, что она изо всех сил сдерживает себя, что она профессионал, она умеет держать интонацию и все такое. Но выдавала ее вот это вот
их техническая какая-то, я не знаю, технически это они делают, что-то прибавляют, либо просто на гарнитуре микрофон близко ко рту прислоняют, либо, может быть, от напряжения, если у них микрофон стоит на столе, в буквальном смысле, ну, навряд ли такое дорогое оборудование им там доверяют, наклоняется к микрофону так ближе, чтобы собеседник не чувствовал напряжение в ее голосе. Но мы-то уже с вами давно привыкли, вот эти вот хрипы они создают, когда ну, не хотят, чтобы собеседник вставил хоть какое-нибудь слово, чтобы ну, не опозориться. Вот здесь четкая демонстрация вот этих всех вот моментов была, на мой взгляд. Ну ладно, друзья, я приветствую на нашем канале новых гостей, кто недавно к нам зашел на наш канал, призываю вас подписаться на наш канал. Ну и тем, кому любопытно, что мы здесь делаем вместе с вами, я расскажу. Мы действительно боремся с беспределом, который устраивают банкиры, микрофинансовые организации, онлайн-займы по отношению к простым гражданам, не обремененным юридической грамотностью. Вот когда происходят взыскательные мероприятия. И для многих, я знаю это с вероятностью 100%, для многих первое ощущение, которое они испытывают, попав на наш канал, это ощущение ступора, непонимание, что происходит. То есть человек до последнего момента предполагал, что он не прав. Что он не прав, раз он взял деньги и не отдает. Что ему грозят все муки ада еще вот здесь вот в этой жизни. И это никогда не закончится, потому что денег взять негде. Так вот, друзья мои, если денег взять негде, честным путем, то вам и не нужно заниматься тем, чтобы искать способы взять деньги. То есть, подразумевается один простой факт. Если вы стандартными, привычными способами не можете заработать на то, чтобы обеспечить кредитные обязательства свои, сколько бы у вас их не было, а я повторю, это не ваша проблема, что вы набрали, это проблема тех, кто вам их надавал. Вот. Как и почему они дают, это отдельная история, об этом вы можете узнать на других моих ресурсах там, и так далее, я попозже об этом расскажу. Так вот, вы не обязаны отдавать, лезть из шкуры, отдавать последнее. Вы в первую очередь должны приоритеты расставлять в отношении банков, вот этих вот коммерческих структур. И вас в первую очередь, еще раз повторю, вы должны ставить в приоритете себя, свою семью, свои нужды, удовольствия, амбиции собственные. И только в 25-ю очередь банки, вот эти все коммерческие структуры. Почему так? Ну, давайте не буду много рассказывать, а просто перенаправлю вас на наш сайт. Ссылка на наш сайт есть в описании этого либо любого другого ролика. Так вот, не просто сайт, а на сайте выложена видеоинструкция, как устроена работа кредитных юристов компании «Алян». То есть, что мы для наших клиентов можем сделать и для вас, если вы захотите стать нашим клиентом. Почему мы так делаем? Какими законами мы пользуемся? А я подчеркну, мы эксплуатируем строго законные методы. И поверьте, в законном формате можно создать условия, когда банку будет выгодно отказаться от претензий. Как мы это делаем, вы можете узнать, посмотрев видео на нашем сайте. И вам в помощь в правом верхнем углу трансляции сейчас выходит кликабельная подсказка. Вот она. Вы можете зайти на наш сайт и посмотреть это видео. После чего запишите номер телефона, который указан на сайте. Он во многих местах сайта указан, но сразу прочитайте там мелким шрифтом. Не надо туда звонить. Очень тяжело дозвониться, практически нереально. Просто забейте себе в контакт этот номер телефона и ждите. Именно с него, в случае, если вы оставите заявку в форме на сайте, да, позвонят наши специалисты. Первое, по шагам. Значит, смотрим видео на сайте. Ссылочка на видео в правом верхнем углу для вашего удобства. Вот она. Записываем в контакт своего телефона номер, цифры, которые указаны у нас на сайте. Оставляем после этого в форме на сайте корректную заявочку. Указываем email, телефон и ждем звонка. Звоним мы в рабочее время по московскому часовому поясу 5 дней в неделю, кроме субботы и воскресенья.
Наши специалисты обязательно с вами свяжутся. Пожалуйста, не пропустите звоночка. Ответят на все оставшиеся вопросы, если у вас такие остались. И вышлют все необходимые инструкции и также голосом объяснят, что нужно для того, чтобы наконец-таки стать нашим клиентом и освободиться от этого кредитного бремени. Если вы приняли твердое решение уже сейчас стать нашим клиентом, то уже сейчас, в этот момент, вы можете совершенно спокойно перестать платить в банк. Подчеркну, пока что вы не понимаете, как это произойдет, но это уже законные условия. Вы в правовом поле. Если вы обратились за нашей к нам за защитой, то уже теперь мы сделаем так, что вы, ничего не нарушая, можете прекратить любые взаимоотношения финансовые с банком. Более того, это наше условие. Ни один наш клиент не платит в банк ни копейки. А сколько же мы работаем? Какое время займет наша работа? Об этом всем на сайте вы можете узнать, посмотрев видео. Также очень много информации у нас скопилось на канале. И помимо вот таких роликов, мы выкладываем регулярно обращения мои. Обращения руководителя компании Кузнецова Дмитрия. Клиентам компании «Алям», гостям и подписчикам канала. Для вашего удобства мы уже создали целый плейлист. Чтобы вам не рыться на канале, пожалуйста, ссылочка на плейлист в правом верхнем углу сейчас выходит. Вот окошко трансляции, правый верхний угол, обратите внимание, вот оно. Тоже можете со мной поближе познакомиться, много интересных роликов. Да, в принципе, все они интересны, судя по отзывам. Ну и, конечно же, что мне остается пожелать? Пишите отзывы, очень интересно читать отзывы, ваше мнение всегда важно. Ставьте лайк. Подписывайтесь, конечно же, на наш канал, если вы этого еще не сделали. У нас есть группа ВКонтакте, хочу обратить ваше внимание. Ссылочка на группу в описании этого ролика. Вступайте в группу, там все ролики с YouTube-канала дублируются. Помимо этого, очень много дополнительной полезной информации. Будем рады вас видеть в нашей группе. Ну, а с вами был Кузнецов Дмитрий, руководитель компании «Алям», Центр юридической защиты. Я желаю вам счастья, здоровья, финансового благополучия. Всего вам доброго, друзья. До свидания.